Подготавливаем СНПЧ для установки. Снимаем транспортировочные заглушки. На их место устанавливаем воздушные фильтры, которые идут в комплекте с СНПЧ. Фильтр необходимо установить толстой стороной вниз. Система готова к установке. Подключаем питание к принтеру. Снимаем защитную пленку. Включаем принтер. Печатающая головка выезжает в положение замены. Выключаем питание принтера, после чего начинаем производить установку СНПЧ. Вставляем картриджи в печатающую головку. Обоими пальцами придавливаем равномерно картриджи до щелчка. Крепим Т-образное крепление. Посередине принтера. Фиксируем шлейф. Проводим каретку максимально вправо. Смотрим натяжку шлейфа. Он не должен провисать или быть перекручен. Аналогично проводим каретку в крайне левое положение. Смотрим на шлейф. Крепим контрольную клипсу с правой стороны принтера. Фиксируем шлейф. Установка СНПЧ завершена. Включаем питание принтера. Закрываем крышку и включаем принтер. На каждой системе непрерывной подачи чернил InkSystem размещена наклейка, на которой вкратце написаны правила использования СНПЧ. Не допускайте, чтобы уровень чернил был ниже красной линии.